City of stars, are you shining just for me? Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. You never shine so brightly. And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi. Ты ничего не рассказал. Что на тебя нашло? Я знаю, что делаю. And the Oscar goes to Zootopia. У каких верблюдов три горба? Сдаюсь. Ну? У беременных. Хочу забыть то время. Рано или поздно придется решить, кем ты хочешь быть. Кем ты стал? Я тебя лет 10 не видел. Но такого я не ждал. А чего ты ждал? Так это Ли Чендлер? Я не понимаю. Что именно? Я не могу быть его опекуном. Ваш брат оставил средства на содержание сына. Я думаю, он хотел, чтобы вы переехали. Великолепная работа Кеннета Лонергана. Со мной что-то не так. Позвонить твоим друзьям? Не знаю, как тебе помочь. Шедевр. Я не буду тебя трогать. Посижу рядом, пока не успокоишься. Ладно, я спокоен. Мужик должен кормить семью. Ты живешь в моем доме, набиваешь брюхо моей едой, спишь на моей кровати, потому что ты мой сын. And the Oscar goes to Viola Davis. Нелегко признать, что я застрял в одном месте на 18 лет. А я застряла с тобой. Я 18 лет своей жизни потратила на то, чтобы быть рядом с тобой. And the Oscar goes to Mahershala Ali. Че ты так на меня смотришь? Что, просто так взял и приехал? Да. Помнишь нашу последнюю встречу? Ты мой единственный. Только ты. У вас два варианта. Играть по моим правилам или играть по моим правилам. Капишь? Спасибо. А можно еще раз? Нет, спасибо, достаточно. До свидания. And the Oscar goes to Emma Stone, La La Land. Ты можешь сама писать для себя роли. Напиши что-нибудь такое же потрясающее, как и ты. А ты что будешь делать? Управлять клубом. И так будет каждый раз? Надеюсь. Привет, милая. Я запасной вариант. Ли, все понимают, что вам приходится нелегко. Если считаете, что не справитесь, это ваше право. And the Oscar goes to Casey Affleck, Manchester by the Sea. Алло. Алло, Ли? Я звоню выразить соболезнования. Как дела у Патрика? Мы с ним почти не разговариваем. Ты спишь с этими девчонками? Не совсем официально. Что это значит? Какой из тебя революционер, если ты такой традиционалист? Ты вцепился в прошлое, а в джазе главное – будущее. Что, если я не потяну? Ты справишься. А вдруг нет? Это просто фантазия. Так и есть. We'll be right back.
объяснишь ему, почему его постоянно избивают? Что случилось? Нормально все. Ну нет, ничего нормального. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. А чего ты ждал? Лунный свет.